Эти своих болельщиков до слез. Сюда. До слез давайте этих своих болельщиков. Ну, это уже не болельщики, это наши родные люди, так что у них такая участь. Чем ближе к нам, они тем тяжелее все переносят, и переживания, и победы, и горечь, и поражений. Мы за это их ценим, и даже разумеется, себя не представляем. Насколько вот можно сравнить этот матч с 2015 годом, тоже финал, тоже Бразилия, вот предматчевые какие-то настроения, ощущения? Совершенно другой матч по своему настроению, по своей истории, потому что в 2015 году у нас была другая первая сборная, у нас была другая история с ними, противостояние. Мы не проигрывали с ним 2-7, мы все время до этого их выигрывали. Несмотря на это, у них была сильная сборная. Но со стороны их, мне кажется, все-таки от их стороны, может быть, было что-то похожее, какое-то недонастроение, концентрированность, я не знаю. Вышли они как-то, кажется, за себя не было команды. Мы сегодня переиграли прежде всего за счет общего коллектива, не индивидуально. Один в один они, конечно, сильнее нас, сильнее всех на планете, но команда, у них есть слабые стороны, когда они не собираются, когда они устают выигрывать, так можно поймать. Второй матч подряд мы вытаскиваем с 1-3 перед началом турнира, и во время много говорили: погода, жарко, сил нет, устали, там все остальное. В итоге мы дожимаем соперника в концовке. Как это? Ну, сложно сказать, что дожимаем. Просто тут действительно была такая игра до гола. Прям по настрою своему, кто забил гол, тот и выиграл. Нам чуть повезло в концовке. Вы видели, что сам мяч налетел. Вратари наш сегодня и Макс, и Павел творили чудеса. Павел на скамейке, Макс в воротах. Но, тем не менее, заслуга Павла тоже не хочу. Сегодня победила, прежде всего, оборона. Тренер Лотарей тоже творил чудеса. Да, я не видел. Да, он творил чудеса, а то я видел все. Он перекрывал мне весь обзор, весь матч старательно, как только мог. Молодец, значит, команда сработала. Наверное, после матча опять все считают голы, да, Киря забил, все. А мы все считаем голевые передачи капитана из-за. Да. Сколько их еще осталось? Ой, еще много, дай бог еще станет до золотого матча и до золотой медали хватит. Есть у нас чем еще удивить, если вы обратите внимание, то мы никогда ни с кем практически не повторяемся, только вот с Сенегалом у нас были некоторые комбинации, которые они не знали, просто мы знали, что они не знали, а с теми же белорусами, с теми же бразильцами подготовили сюрприз, и завтра тоже, послезавтра мы тоже что-то придумаем. Кого больше хочешь, Италию или Швейцарию? Россию. В полуфинале. Даже не знаю, и с теми неудобно играть нам и тут, наверное, буду все-таки болеть за Швейцарию. Просто манера игры больше импонирует. Хотя буду болеть за Швейцарию, мне там друзья играют. Хорошо знаю многих. Подарок Артуру вы уже подарили? Где будет поляна, когда? Нет, еще не дарили. На самом деле он пришел с... А вот это вот то, что сейчас было, это не подарок? Это да, это, наверное, подарок, потому что мы еще не знаем, что он нам скажет, потому что он сказал, попросил нас перед матчем слезы прям. Если вы сегодня обыграете бразильцев, то у меня будет для вас сюрприз в конце чемпионата, и мы будем ждать этого. Спасибо.